В Акажиле 200 лет. Торжественное мероприятие в честь юбилея аула состоялось в Адыгехабльском районе. В рамках празднования открылась современная спортивная площадка. Она станет центром здоровья для духовного и физического развития детей и подростков. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В Акажиле – уникальное место, расположенное в живописном уголке нашей республики, со своей историей и колоритом. В ауле проживают дружные, трудолюбивые и гостеприимные люди. Всех их объединяет любовь к своей земле, уважение к традициям и гордость за родной аул. В этот знаменательный день почетные гости поздравляли местных жителей с юбилеем. Лично от всей души поздравляю вас с 200-летием аула. Это знаменательная дата, прекрасный повод отметить, что жители аула в Акажиле всегда были и остаются трудолюбивыми, доброжелательными, гостеприимными людьми, истинными патриотами своей малой родины. Ценно и то, что аульчане сохранили культурное и историческое наследие своего народа и продолжают растить и воспитывать своих детей достойными своих предков. Благодарю за вклад каждого жителя аула за ежедневный труд и искреннее стремление сделать свой родной край еще красивее и комфортнее. Поздравляли жителей вокально-хореографические ансамбли из Адыгехабля. Яркие, завораживающие номера сменялись один за другим, придавая празднику особую атмосферу. В честь празднования юбилея аула в Акажиле на территории общеобразовательной школы имени Мурата Карданова открыли новую современную детскую спортивную площадку. Почетное право разрезать красную ленточку и открыть дорогу в мир спорта для молодого поколения предоставили исполняющему обязанности главы Адыгехабльского района Мухтару Астежеву и министру спорта и физической культуры Карачаева-Черкесии Рашиду Узденову. Строительство стало возможным в рамках реализации региональной программы «Спорт. Норма жизни», национальной программы «Демография». От имени правительства, от имени главы нашей республики Рашида Байспича Тимрезова такой подарок 200-летию нашего прекрасного аула в Акажиле, чтобы здесь занимались своим здоровьем старшее поколение, воспитывались детишки, чтобы здесь вот совершали как раз-таки первые шаги наши будущие великие спортсмены, победители мировых уровней соревнований, олимпиад, чтобы эта площадка всегда была заполнена детьми. На протяжении торжественного мероприятия чествовали почетных жителей аула, которые внесли большой вклад в развитие и благополучие родного в Акажиле. Празднование продолжилось застольем и танцами. Дарья Тендит, Зарема Карданова, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Адыгехабльский район.